Александр Рогачев – один из победителей викторины. Идеей ее проведения остался доволен. Вопросы были интересными, над некоторыми пришлось подумать, признается мужчина. Он стал обладателем туристической поездки по Самарской области. Я обязательно воспользуюсь данным сертификатом, обязательно поеду на достопримечательности Самарской области. Область большая, мест много. Я очень рад. Спасибо вам большое. А можно на выбор отправиться в путешествие по Самарской области. Здесь мы предлагаем путешествие в такие города, как Самара, Тольятти и наши яркие достопримечательности, которые находятся на реке Волге, на нашей замечательной Самарской Луке. Это село Ширяево и село Винновка. Более 100 туристических поездок, 500 туристических наборов и 5 автомобилей. Шанс выиграть есть у каждого. Виктория Шарая, Елена Чернявская, Николай Сидоров. События.